Космический туризм перестает быть чем-то из области фантастики. Американская компания SpaceX намерена отправить 2 туристов в полет вокруг Луны в 2018 году. Основатель и глава компании Илон Маск заявил, что пассажирами космического корабля станут не профессиональные астронавты, а 2 частных лиц. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы попасть на борт. При этом глава SpaceX отказался назвать имена будущих космических туристов, сказав лишь, что они знакомы уже друг с другом. А в этом году они пройдут необходимую медицинскую проверку, после чего начнется подготовка к полету. В компании подчеркнули, что полеты к Луне стали возможны благодаря сотрудничеству SpaceX с американским космическим агентством NASA. Сначала состоится непилотируемый полет космического корабля, а 2 испытание уже с командой на борту запланировано на 2 декаду 2018 года. По задумке организаторов, корабль с туристами на борту совершит облет вокруг Луны, но не будет на нее высаживаться. Эта программа – возможность для человечества вернуться в дальний космос впервые за последние 45 лет, отмечают в компании. Расстояние до естественного спутника Земли составляет в среднем 384 тысячи километров. До настоящего момента единственной программой, в рамках которой люди преодолевали земное притяжение и покидали низкую околоземную орбиту, остается американская программа «Аполлон» в 1969 и 1962 годах. Американские астронавты 6 раз успешно высаживались на поверхность Луны и возвращались на Землю.